Всем доброе утро! Вот попробуйте угадать, куда я еду сегодня. Посмотрите, что там за машиной. И посмотрите, кто в машине. Здесь мои сидят мои крутые друзья. Капитан Немо. Аня и Виталя. И Боцман Лом, да? Старший помощник Лом. Посмотрите, в какую красотищу мы приехали. Это какой-то старый берег, да? Забыла уже. Старая площадка. Посмотрите, какая у нас красавица. И какой красавец стоит. И лодочка красавица. Машинка красавица. Танюша красавица. Ой, ну, про... кремушки есть. Где? Мы с Ольгой ходили, не могли кремушков найти тогда. Здесь мы начнем сплавляться с этого места. Как я радуюсь! Наконец-то я на природе! Наконец-то возле воды! Наконец-то на лодочке! Покажу вам кусочек Амурского приволья. Не спрячу телефон, потому что страшно телефон держать на воде. Мы направляемся в распадок. И там. И посмотрите, что я нашла. Вот. Все прилетело. А здесь много. Вот еще одна. И ничего не боятся. Ой, там еще. И тут все бабочки. Мы несемся на очень большой скорости. По Амуру. Виталя Бону. Покажу вам кусочек Амурского приволья. Не спрячу телефон, потому что страшно телефон держать на воде. Мы направляемся в распадок. Ходите там, куча отдыхающих. Мне вообще речка Силенка. Обратите внимание, сколько сегодня народу. Именно здесь сегодня проходит Сабантуй. Чтобы пройти к речке, мы прошли через Силенский парк. Везде и всюду полным-полно сегодня народу. Идет третий день моего путешествия по Амуру. Опять в замечательной семье, с которыми мы отмечаем уже третий день. День любви, семьи и верности. Посмотрите, какие девочки бывают разные. С бантиками и укутанные. Одни лишь мальчики остаются неизменными, капитаноподобными. Смотрите, какой широкий у нас Амур в некоторых местах. А то я все время показываю какие-то узкие перемычки. Нет, мы вот сейчас находимся в открытом море Амуре. Сегодня для своего становища мы выбрали вот такое вот местечко с песочком, называемое Чапаевским островом. Чую, отдых будет великолепным. И вот такая неистребимая жажда из детства. Всюду, везде, на любом острове, на любом побережье находить кремушки. Вы собирали в детстве кремушки? Я обожаю. Сегодня здесь наберу столько, сколько получится. Кажется, что-то поймали. Вот она, первая касаточка, красавица! А вот это наша самая главная амурская ценность. Амурские камушки, драгоценности, кремушки. В детстве их собирали на скорость. В середине самых ценных камушек. Таня поймала сразу две касатки. У Тани это так круто получается. Ухе быть! Ура! Вам на уху поставим, да? Виталий, ну как надо круто, это... верхогляда поймали, да. Посмотрите, какой. Жерик. Нормально. Супер. Для ухе быть. А здесь у нас ушица. Таня, кто у нас в ухе тут? Жерик и касаточки. Ой, Виталий опять кого-то тащит. Смотрим, смотрим. Смотрим. Видишь, да? Нет, я не вижу пока еще. Хоть бы это был верхогляд. Видишь?
Не, не вижу. Да что ж такое, я даже не пойму, куда смотреть. Ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста. Ты прикоснись к ней только сердцем. Смотри, какая чистота. Ее ничто не очерняет. Наивность белого листа. Пустословие спасает. Смотри, какая доброта, она надежду бережет, что без раздоров и хлыста прозрение сердца обретет. Смотри, какая высота, что невозможно дотянуться с самых высоких в мире скал. Луна и солнце будто бьются. Смотри, какая нагота, что невозможно не смутиться. Душа открытая в цветах, и ангелы поют, как птицы. Смотри, какая полнота, не донести, не расплескав. Но не коснется пустота.